другие друзья моего канала, там самый я, другой мир, товарищ ютубер, и сегодня на повестке дня экзопарк, то бишь экзотический парк, да. У нас здесь, наверное, будет два видео, и сейчас я уже в нем нахожусь. Смотрите, это у нас фельзума, не знаю, видно плохо, она такая зеленая. Ладно, зублифар здесь есть. Вон он, зублифар, но его, наверное, не видно, потому что у меня камера говно, а я снимаю с телефона. Вот, его немного вот у меня видно, вон он маленький. Здесь у нас змейки находятся. Я вам так и столько названия буду говорить. Вот это королевский питон. Блин, вот он такой. Крутился, сейчас отдыхает. А вот это у нас королевская мексиканская змея нигрита. Вот так вот. Королевская калифорнийская змея сальбинос. Вот здесь вот такая беленькая лежит. Да, вот эта вот беленькая полосочка, это и есть эта змейка. Вот здесь королевская калифорнийская змея. Вот она. Вот она, ее голова, а вот само туловище. А вот здесь у нас удав Боа. Удав Боа, но его с ним пока снимаются. А вот это вот у нас, а я даже не посмотрел, кто это у нас такой. А это у нас молочная синелойская змея. Ой. Можно я для своего канала? Ну? Эй. А вот и сам он такой красивый, хороший, пригожий. Да. Вот смотрите, я его даже отпускаю, а он вот так вот на весу. Прикольный. Ну вот, вроде бы... Щито! Эй! Щито! Я не понял. О, я вам вот его забыл сказать. Это зеленая игуана. Смотрите, она безопасна. Я ее могу ее спокойно гладить. А? Ой, поцеловал. Ну, то бишь, облизал. Эй, маленький, тихо, не бойся. Ой, смотрите. Смотрите, берет меня, облизывает. Вы его можете, если хотите, можете погладить. А, я ему сейчас все расскажу. Так, давайте дальше. Так, его и его я вам показывал. А вот это у нас хищные черепашки. Их там вот написано не доставать, потому что они хищные, могут укусить. Это у нас красноухие черепахи. Красноухие черепахи, вот представьте. Смотрите, мексиканские тараканы. Вот где они? О. Даже самому у Страхова уже стало. Обычных тараканов я вообще... Так, а это скорпион, нифига себе. Да, вот это вот скорпиончик такой маленький. Но кусачий. А здесь у нас... А, вот, пандиус скавиманус. Это вот его носит. А это вот граммостола розея. Фиг выговорить. Это такой тарантул большой. Вот, вы его, наверное, видите. Я постарался не целить на него. Вот, вот такой вот он большой. Граман. Я же испугался. А вот это вот сами тараканы. Тараканы. А, это уже мадагаскарские тараканы. Фу, блин, я испугался.
А это вот грамостола ауреотрия. Ауреотрия. Да. Вот вы видите вот это вот. Вот это вот само, вы видите, дело. А это нанал колорайс виот. Вот он такой большой. Вот мирский варан, смотрите. Вот, мирский варан. Так, да, я попал. А вот здесь вот кролик. Вот еще кролики. Вот здесь вот птичка, я не знаю. А, вот. Шелковистые курочки. Вот. Эти шелковистые курочки. А вот енот полоскун. Вот он. Енотик там. Прикольный такой. Прикольный такой вот. Видите? Вот, вот это вот он. Так. А вот этих вот я не знаю. Да тут даже не видно. Не видно, как их. Ладно. Бояки. А вот козлик. Козлик, привет. Привет. Скажи привет зрителям. Ладно. Иди отдыхай. Точнее, лежи отдыхай. А вот еще один кролик. Этот уже большой. Вот, а это рыбки. Как это прикольно! Я просто попал в рай. Но здесь, по идее, сахарские подсумы должны быть, но я их что-то не вижу. Подсумы есть, вот здесь. Вот здесь, не знаю, пустой вольер. А вот здесь вот террариум такой. Инсектерарий. Вот. Тут много таких коконов. У меня даже камера не успевает здесь. Здесь так много бабочек. Смотрите. Охотина гигантская. Вот. Три. Одна. Вон там. Вторая. И вот там еще одна третья. И маленькие рыбки пошли. Ты пас на свой не любит, блин. Где твои маленькие рыбки? Ну ладно, ребят. Я вам всех показал. У меня еще есть еще 7 минут. Поэтому я, наверное, покажу субботу с кем-нибудь. Ну, либо на видео сняться. Подожди. Подожди. Марк, помню, там не застрял. Все хорошо. А можно с босс сфотографироваться? Да. Ну, точнее, не сфотографироваться, а для своего канала на видео записать. Ладно. Канала не для себя можно. А, ну ладно, для себя. Ладно, ребят, простите, здесь нельзя. Для канала сфотаться, поэтому я оставлю видео, точнее, его выключу, а потом сфотаюсь и, наверное, оставлю ссылочку на видео. Окей, давайте, пока.